Ко дню борьбы с коррупцией достойно подготовились и в областном следственном комитете. Очередное громкое задержание провели. После того, как увидели взятку в умных аппаратах для сбережения тепла. Наручники надели главе комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. В его квартире и в кабинете провели обыски. Подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Также в деле фигурирует директор областного центра энергосбережения, который уже под стражей. Следствие считает, чиновники получали откаты от компаний-подрядчиков за установку современных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. В результате содействия председателя комитета по ТЭК Ленинградской области были заключены контракты на выполнение работ и оказание услуг в Гатчинском, Приозерском и Всеволожском районах, чем причинен ущерб на сумму свыше 32 миллионов рублей, за что подозреваемые в общей сложности получили взятку от представителей компании в сумме не менее 26 миллионов рублей.